Профессия, которую выбирают сердцем. 8 июня во всей России отмечается День социального работника. В честь профессионального праздника работников социальной сферы в Доме культуры станицы Северской состоялся праздничный концерт. Глава района Адам Джарим поздравил виновников торжества. Вам и всему коллективу я желаю мира и благополучия, добра и достатка, уюта и тепла вам, вашим семьям. Пусть все, что вы делаете доброе, возвращается вам, к вам добро. Начальник управления социальной защиты населения Роман Воронов и глава района вручили социальным работникам благодарственные письма в честь праздника. Лучшие творческие коллективы района поздравили работников социальной сферы со сцены Дома культуры. Работа с людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, требует колоссальных усилий и высокого профессионализма. Но самое главное в этой нелегкой работе – настоящая любовь к людям и искреннее желание помочь. Люди с большим сердцем. В психоневрологическом интернате отпраздновали День социального работника. В актовом зале собрались воспитанники интерната, руководство, весь коллектив и, конечно, неравнодушные люди, которые регулярно оказывают помощь и поддержку интернату. На протяжении всего праздника коллектив интерната принимал поздравления. Со сцены звучали искренние слова благодарности и восхищения в адрес сотрудников учреждения. В этой профессии нет случайных людей, потому что только большое сердце, человеческие определенные качества, они помогают каждый день, несмотря на нормированность, без выходных, без перерывов, ежечасно, ежеминутно заботиться о ближних. Социальная работа – это в первую очередь помощь и сочувствие, желание сделать жизнь человека лучше и постоянная самоотдача. Награда за этот колоссальный труд – улыбки на лицах людей, которым помог, осознание того, что их жизнь меняется к лучшему. Воспитанники интерната тоже не остались в стороне и поздравили соцработников с профессиональным праздником. На протяжении всего мероприятия в зале царила по-настоящему семейная атмосфера. В честь праздника всем сотрудникам интерната вручили ценные подарки. Простое человеческое участие, сострадание и безграничная любовь к окружающим – вот главные инструменты социального работника. Человека, для которого помощь ближнему – не просто профессия, а призвание и дело всей жизни. В администрации муниципалитета прошел 4-й районный форум органов территориально-общественного самоуправления. Трудно переоценить заслуги работников ТОС. Благоустройство поселения зависит в первую очередь от местных инициатив. Перед началом мероприятия в фойе актового зала каждое поселение муниципалитета представило свои стенды с информацией о деятельности органов местного самоуправления. Всего на территории Северского района действуют 104 органа ТОС, более 350 квартальных комитетов, 22 товарищества собственников жилья и сотни домовых комитетов. На передовой, вы с людьми, к вам приходят с проблемами, вы занимаетесь, вы ставите задачи перед главой района, ставите задачи перед главами поселения. То есть беспокойтесь, чтобы жизнь была комфортна и чисто на вашей территории. Другого механизма, как мы сейчас вот с вами работаем, другого механизма нет. Вы слышите нас, мы слышим вас. В целом мы одно целое, потому что вы заинтересованы, чтобы на ваших улицах был порядок, мы заинтересованы, чтобы в поселении был порядок. И как мы скоординируем все эти вопросы, зависит от нас с вами. На форуме обсудили планы развития органов ТОС, необходимость усиления совместной работы самоуправленцев с местными властями. Участники встречи поделились с главой района и коллегами своими достижениями и планами на будущее. В конце мероприятия состоялась церемония награждения. Медалью за вклад в развитие Северского района отметили председателя ТОС «Хуторок» Львовского сельского поселения Наталью Горб. Благодарности главы районной администрации и денежные премии получили победители краевого конкурса «Лучший орган территориально-общественного самоуправления» в 2017 году. Завершился форум ярким концертом от лучших творческих коллективов муниципалитета. Проблема трудоустройства была и остается актуальной для самых разных категорий населения. От выпускников вузов и школ до пенсионеров и инвалидов. Поиск работы – утомительное занятие, сопряженное со стрессом и постоянной конкуренцией на рынке труда. Государственной поддержкой и предоставлением услуг в сфере занятости граждан в Северском районе занимается Центр занятости населения. С 1991 года Центр занятости Северского района ведет деятельность по трудоустройству граждан различных категорий и оказывает целый спектр государственных услуг.
У нас существует программа содействия занятости населения в Краснодарском крае. И согласно этой программе мы предоставляем государственные услуги как работодателям, так и гражданам. Граждане у нас могут обращаться как занятые, так и незанятые, потому что работу хотят найти и те, которые попали в тяжелую ситуацию, допустим, потеряли работу, и они не работают, это называется незанятые. Либо граждане, которые хотят поменять работу, потому что их не устраивает по каким-либо причинам, это занятые граждане. Пожалуйста, мы работаем со всеми категориями граждан, и услуги все у нас бесплатные. Центр занятости выступает посредником между работодателем, заинтересованным в найме сотрудников, и незанятыми гражданами, которые находятся в процессе поиска работы. Одним из основных направлений деятельности является составление базы вакансий и ее регулярный мониторинг. Главной нашей задачей как отдела по взаимодействию с работодателями в соответствии с законом о занятости населения в Российской Федерации является оказание услуги по подбору необходимых работников. Мы работаем с работодателями, мы оказываем услугу им подбор необходимых работников, тем самым принимаем у них вакансии, создаем базу вакансий по Северскому району, которая далее дублируется в базу вакансий на сайте «Работа в России». Центр занятости Северского района предлагает всем работодателям работать через интерактивный портал службы занятости в личном кабинете работодателя. Преимущество интерактивного портала заключается в том, что вся отчетность сдается бесплатно. Здесь не надо специально покупать дополнительные устройства, программное обеспечение. Работа ведется через интернет-браузер. То есть работодатель, находясь на рабочем месте, в течение 10 минут может отправить вакансию, не тратя на это денежных средств. Он получает подтверждение о том, что вакансия доставлена, и отчет считается доставленным в центр занятости. Соответственно, не будет нарушений у работодателя и не будет административного штрафа. Жизнь в рыночных отношениях – это всегда конкуренция, которая присутствует и на рынке труда. Многие актуальные когда-то профессии сегодня отходят на второй план, и порой единственным выходом является смена рода деятельности. Благодаря курсам переподготовки и обучения в Северском центре занятости можно переквалифицироваться в смежную с уже имеющейся профессию или же получить совершенно другую. Направление работы Центра занятости является оказание государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности. Во время прохождения обучения безработные граждане приобретают востребованную профессию на рынке труда. За обучение полностью оплачивается бюджетными средствами. Во время прохождения обучения безработным гражданам выплачиваются стипендии, также возмещаются затраты за проезд, за найм жилья. Получить государственную услугу по профобучению могут женщины, находящиеся в декретном отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. Также одним из направлений работы службы занятости является оказание государственной услуги по профессиональной ориентации. Данную услугу могут получить как несовершеннолетние граждане, так и безработные граждане. Также сотрудниками Центра занятости активно ведется информационная и профориентационная работа. Регулярные мероприятия, ярмарки вакансий – все это для того, чтобы как можно больше людей знали о тех возможностях, которые предоставляет Центр занятости. Безусловно, психологическая поддержка и помощь в социальной адаптации для человека, официально признанного безработным, важный аспект в процедуре трудоустройства. Поэтому специалистами Центра занятости населения оказываются услуги социально-психологической поддержки граждан, признанных безработными. Государственная услуга по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда предоставляется как в индивидуальной, так и в групповой форме. На занятиях по социальной адаптации безработные граждане получают такую помощь, как учатся составлять самостоятельно индивидуальный план самостоятельного поиска работы. Они знакомятся с методами правильного написания резюме, делового общения, работают над своим имиджем, учатся общаться
при собеседовании с работодателем. В среднем ежегодно услугами центра занятости в Северском районе пользуются около 3200 человек. Из них более 60% успешно трудоустроены. Активно ведется работа по трудоустройству инвалидов, имеющих допуск к трудовой деятельности. По данным на 1 мая 2018 года, из 2821 инвалида работают 459 человек. Однако и это еще не все. Трудоустройство несовершеннолетних, выплаты пособий по безработице, трудоустройство по временному договору и индивидуальный подбор вакансий. Все это лишь часть той важной и необходимой многим людям работы, которую берут на себя сотрудники Северского центра занятости. Благодаря квалифицированным специалистам, слаженной работе коллектива и ответственному и чуткому отношению к клиентам, центр занятости более 25 лет помогает жителям района решать вопросы трудоустройства. В связи с празднованием Дня России и Дня Северского района весь личный состав органов внутренних дел муниципалитета переходит на усиленный вариант несения службы. Отделом МВД России по Северскому району проводится комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка в период проведения данного праздника. Подготовлен план и приказ расстановка личного состава. В целях обеспечения безопасности граждан сотрудниками полиции и кинологическими расчетами будет проводиться обследование мест проведения массовых мероприятий. Как правило, это площади у домов культуры и площади возле зданий администрации поселения Северского района. Сотрудники полиции напоминают о необходимости соблюдения норм поведения и пребывания в общественных местах. В целях обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения хотел бы обратиться к гостям и жителям Северского района в случае обнаружения подозрительных предметов или бесхозно стоящего брошенного транспорта, сообщать о данных фактах в дежурную часть отдела МВД России по Северскому району. Обо всех известных фактах, готовящихся или совершенных правонарушений, просьба сообщать по телефонам 02 или 2-13-31. Говорит и показывает атаман. Погода.